Сабала Юрьева очень любила петь этот романс, хотя написано, автор неизвестен. Вообще, когда я вижу в титрах «автор неизвестен», у меня закрадывается сразу мысль. Значит, это был иностранный автор. Но, тем не менее, так я не докопалась. Все-таки какой это иностранный автор. И так все равно. Это пела Изабелла Юрьева, а сегодня на сцене Ирина Крутова исполняет «Белая ночь». Hello.